Всем привет, дорогие зрители, вы на территории Перелом. Я рад вас всех приветствовать с зимних сборов Corinthians 2024. Бразильцы продолжают подготовку к чемпионату страны, к серии А, играми против российских команд. Недавно они разгромили Краснодар 4-0, еще более убедительно выиграли Зенита 6-0. И теперь попытаются выиграть у Спартака. Мартинс. Спартак в хозяйской форме. Corinthians в гостевой. Но пока что хозяева на поле именно бразильцы. Было время, когда у Спартака было много бразильцев. Ари, Велитон, Алекс. Ипсон. Но те времена уже давно прошли. Сейчас Спартак играет за счет отечественного ресурса. Педриньо, будущий игрок Зенита, без сомнений сыграет против Спартака в начале марта в Петербурге. Но сейчас пока будет разминаться за свою родную команду. И вот он с мячом. Закладывает вираж, и это почти гол. Это был бы шедевр. С угла штрафной. Мяч даже облизнул штангу. Замечательный момент. Из ничего создал Педриньо. Это игрок высочайшего класса. Несмотря на то, что ему всего 17 лет. Смотрите, что он делает. Он делает передачи и и момент у бразильца, который завершается уголом. Как он не завершился уголом. Подает Педриньо и это очень толковый удар был, который, впрочем, не завершился уголом. Клусевич. Да, я думаю, поймут обязательно враги Зенита, какой талант пришел в российский футбол. Но поймут уже, когда будет поздно. Когда Педриньо будет разрывать лигу. Он уже сейчас разрывает, смотрите. Идеальный диспетчер. Как не забил Анхеля Ромеро, вопрос. Был бы Бирон на его месте, забил бы. Хлусевич. Товарищ. Спартака на поле нет абсолютно. Есть только Педриньо и его друзья. Просто чудо какое-то спасает сейчас Спартак от гола. Ошибка. Но жил подстраховывает. Так, Промес мог убегать. Рони. Направо на Анхеля Ромеро. Но у Ромеро рабочая правая. Вне игры. Рони. Сразу же замену Corinthians выходит Биро. Анхеля Ромеро не впечатляет совсем. Да, слишком сильно пас даже для Педриньо. Товарищ. Зоблин. Опять товарищ. Отбивается, конечно, и не просто отбивается, смотрите.
И опять грузится туда. Не очень прочитал Филиппе Аугуста, но сам побежал прессинговать до последнего. И Селихов спасает. Биру в касание завершал. С нерабочей правой. На 3 головы сильнее Каренкина, чем Спартак. А счет пока 0-0. Не играй Филиппе Аугуста. Биро. Удар с левой. Непонятно, неуклюже повел себе Селихов. Мяч попал в штангу, скачал ему в руки. Кусевич. Соболев. А вот это неплохо. Но жил. Делает все как надо. И Биро убегает один на один. И слева не забивает. Стопроцентнейший момент. Сколько старик обычно сидит. Двигает ворот. Еще одна замена Карнисоса. Будет Юрий Альберто. И выйдет Рената Аугуста. Добрал мяч Педрини сзади, молодец. И на Юрия Альберто сделал передачу. И Биро все-таки закатывает мяч в ворот. Исходит час игры. Не успел Олег Рябчук. На 14 ударов поворотом 8 в створ. Когда-нибудь Спартак должен был пропустить. В атаке эта команда не делает ничего. А в обороне просто ее продолжают насиловать. Бразильца. Вот Педриньо ошибся немного с передачи, а там двое вываливались. И смотрите, какой очень хороший по мысли вброс. Но мне кажется, слишком сильный. Соболев. Фабиан Вера. Педриньо сразу на Юрия Альберто. Тот борется до конца за мяч. Мартинс. Мартинс. Неплохо. Хусевич. Лавой зарабатывает Хусевич. Это первый удар по воротам Каринтинса в матче. 74-я минута. Доннелли забирает мяч очень верно. Бывает на Юрия Альберто. Биро. И Селихов. В последний момент не допускает второго гола. Денис. Биро. Держит Биро. И отскок. Рената Аугуст 2-0. Да. Везло, везло Спартаку, везло, везло. А сейчас повезло уже Каринтинсу. Но везет тому, кто везет. Юрий Альберт доборолся до конца. Биро доборолся до конца.
Это более чем закономерный итог матча. Товарыш. Зобнин. Денисов. Рябчук ошибается. Впрочем, Спартак пользуется некоторым замешательством обороны Каринец, но и ненадолго. Биро улетает, как от стоячего Джики, от легендарного Джики, и почти сбивает. Почти оформляет дубль. Хлусевич. Рохас сам пошел. Сам пробил. И почти сам забил. Ох, какой пас. Селихов справился. 2-0. Победа Каринтинса. Более чем заслуженная, более чем логичная. Может быть, недостаточно, недостаточно крупная, но победа.